совершила ошибку, что взяла щенка. А если не пройдет или вырастет, то придется идти к ветеринару и даже удалять их операционным путем. Хай, дорогие друзья, меня зовут Аня, и вы на канале Magic Family. И в нашей волшебной семейке сегодня со мной мои собачки Юми, Миша, Софиша и Эйвен. Подпишись на канал, для этого что надо сделать? Нажать красную кнопочку подписаться внизу. И обязательно нажимай колокольчик, чтобы первым смотреть ролики Юми, потому что как только ролик выходит на канале, мама отвечает на вопросы в комментариях, так что не опаздывай. Да, ну вот. Но на моем канале есть не только собачки, у меня еще есть хомячки, птички, муравьи и другие животные. Как вы видели уже в прошлом видео, у нашей Юми Зай, нашей девочки-малышки, которой 2 месяца и 19 дней, уже поднялись ушки, мы их подняли, сейчас она их прижимает, потому что она... Игривая у нас такая девчонка. Игривая я, вот. Ну и вообще, когда собака прижимает уши, она выражает тем самым либо радость, либо подчинение. Подчинение! Какое подчинение? Ну что, что это такое? Я котик покемон, видите? Так вот, ушки мы нашей малышке наконец-то поставили, и ставили мы их при помощи специального бумажного скотча, клеили их очень мягким и безопасным способом, а также давали кушать ей кальций, за счет чего ушки у нас встали очень быстро, потому что когда я ее взяла, у нее ушки не стояли, но это нормально для щеночка в 2 месяца, и вообще ушки у щенка должны встать до 6-7 месяцев, где-то примерно так. Так что ушки у нас... Какие у тебя вкусные пальцы! Это же сумасшедшая ракета просто! Поднялись! И сегодня я решила поделиться с вами своим опытом и своей историей о том, как я выбирала щеночка. Ты меня еще и выбивала? Да, Юмяш. На нашем канале есть видео от Софиши, в котором мы рассказывали о том, как выбрать щенка. Там прям по пунктам рассказано, что нужно проверить, что посмотреть. Обязательно сходите и посмотрите это видео, если вы готовитесь к покупке щеночка. Я оставлю ссылочку в описании. Если София и Ивана мне подарили, а Мишу мы спасли от других хозяев, когда они хотели ее усыпить, Юми я покупала целенаправленно в питомнике. И когда мы за ней приехали, я, конечно же, должна была все проверить уже вживую. Юми, что, мне еще надо было что-то проверить? И что же ладно, я все равно тебя люблю. И на что же я обращала внимание? Во-первых, на документы и папу с мамой. Мама живет прямо с ними, и я посмотрела на нее вживую. В самом месте, где росли щенки, все чисто, красиво, аккуратно, никакой грязи, ничего. Щеночки жили в вольере, ходили на пеленочку, у них были игрушки, они питались хорошим кормом. Все остальные собачки и мама все ухоженные, чистенькие. А это был важный пункт для меня, чтобы собачка не выросла в условиях клеток, каких-то там полной комнате собак, где просто выращивают щенков, чтобы лишь бы продать. А дальше, конечно же, я посмотрела документы. Все документы у Юми были в порядке. Также я проверила ветпаспорт, чтобы там все было правильно, что щеночка проглистогонили, что первые прививки ему сделали. А дальше я уже смотрела на самого щенка, то есть на его состояние здоровья и на его поведение. Юми была самая активная из всех. И я на самом деле хотела именно активную собаку, потому что даже из 3 собак, которые у меня уже были, Софи самая активная, Эйвен и Миша более такие меланхоличные. И я хотела же себе такую же веселую, как я, ты и Софи меня собаку. Хотела взять только. Я веселая собака. Пока что я еще не пожалела, но могу скоро пожалеть, Юми. А почему? Ух ты какая! На что важно было еще обратить внимание? На саму собачку, на ее состояние, на ее внешний вид. То, что ушки не стояли, я уже сказала, это нормально для такого возраста. Дальше я посмотрела зубки, чтобы у Юми был правильный прикус, прикус ножницы. Не перекус и не недокус. Обязательно посмотреть внешне на собачку, на то, чтобы она не хромала, когда бегает, чтобы не было, в общем, никаких переломов, ничего, не было лишних пальчиков, такое бывает у собачек. Я проверила шерсть Юми, то есть, что у нее нет никаких плешек, проплешин, никаких паразитов, в шерсти никто не живет, шерстка хорошая, везде равномерная, нет никаких залысин, ничего. В обязательном порядке я посмотрела, не текут ли у нее глазки, это значит, что она здорова, потому что у собаки, когда текут глаза, чаще всего это какие-то проблемы со здоровьем. Например, у Эйвена очень часто начинают течь глаза, когда он кушает что-нибудь аллергичное, какие-нибудь лакомства попробует, у него могут потечь глаза. Ребенок заснул прямо на руке. Глазки не текли. Обязательно проверить ушки, чтобы внутри все было чистенько, не было в ушах никакого налета, никакой грязи, чтобы ушки были розовенькие, красивенькие внутри, да, Юмяш?
чтобы из ротика не пахло у щеночка, и чтобы щенок был активный, живой, явно заинтересованный, например, пощелкать, зачем? Чтобы она обратила внимание, подвигать рукой, чтобы она посмотрела на руку. И по всем этим пунктам можно понять состояние щенка. Вот у Юмечки клеймо на животике, также у мальчиков нужно проверить половые органы, чтобы было два яичка, а не одно, да? Два яичка. Кожа под шерстью и на животике должна быть мягенькая, розовая, чтобы не было никаких тоже пятен, никаких странных отметин. Если вы хотите видео о том, как обращаться правильно с щенком, основы воспитания и так далее, ставьте лайк этому видео. Да? Да. Миш. Миша, лайк. Юмиза. Хочешь, я покажу, как я умею делать? А? Хочешь? Что? Вот так я умею делать лапами. Что? Что? Отстань. Что? Смотри, вот как я умею делать лапами. Юмизай. Юмивай. Что? Юмивай. Я юмивай. Что такое? Что-то стокает. Что? А еще обязательно, ребят, пойдите на мой канал Энни Мэджик, потому что там тоже веселые ролики каждый день. Ссылочку я оставлю в своем комментарии внизу, потому что сегодня там тоже очень классное видео. Это секрет, я не буду говорить, о чем оно. Приветики вот этим ребятам, случайно репостнувшим наше видео из группы ВК или со страницы мамы. Вот они, горжусь вами. А случайные комментарии без ответов попадают в видео. Вот они тут. Но, как вы видите, у Юмечки есть маленькая грыжка. Если ее вот так растягивать, ее как бы нет. Но вот если приглядеться, то там есть маленькая грыжка. Это такой пупырышек на животе. И это не есть хорошо на самом деле. То есть, по сути, у щенка лучше, чтобы не было грыжи, когда вы его берете. Но когда я увидела Юми, я уже не могла сомневаться. То есть, я ее увидела, и все уже. То есть, я не могла ее не взять из-за того, что у нее есть грыжка на животе. Вообще бывает... Мне когда чешешь живот, она вот так вот лапой делает, смешно. Бывает такое, что у щенков маленьких появляются грыжи. То есть, когда они напрягают мышцы животика, которых еще нет, и появляется грыжка. Она может от рождения быть, может со временем появиться, если щенок, например, много прыгает, напрягает пресс. Очень часто со временем грыжки проходят у щеночков. А если не пройдет или вырастет, то придется идти к ветеринару и даже удалять их операционным путем. То есть, в какой-то степени можно даже сказать, что я совершила ошибку, что взяла щенка с грыжей. Потому что на самом деле такого быть не должно. По крайней мере, это нежелательно. Но бывают такие ситуации, когда у щенков грыжи проходят, и будем надеяться, что она у нас пройдет, чтобы не делать никакую операцию. Да, Юмяш? Да. Надеюсь, нам не придется Юме делать операцию. В описании к видео мы написали список вопросов, которые нужно обязательно задать продавцу, а также список документов на щенка. Да нет, это полотенце, мне срочно оно нужно. На, бери, а зачем оно тебе, Юми? Мне нужно отнести его в штабик и помыть там пол. Ты там накакала, что ли, в штабике своем? Нет, потому что в штабике надо прививаться. Юми, это твоя большая фантазия. Все, отдай мне полотенчика, у тебя много игрушек. Вот я хотела помогать и прививаться, но мне не дали. Не плащите, Бофа. Ребятки, любимая наша семейка, наши мэджики. Ставьте лайк нашим красивым собачкам. И увидимся скоро. Пока! Пока, мам! А ты куда? Миша, включай мозги, это не тебе было. Мама зрителям это сказала. Ну что, пойдемте гулять теперь, да? Гулять пойдем. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я! Лялики, смотри, я! Лялики, смотри, я! По-моему, мы запороли песню. Да уж.